Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерзляк, Полонский и Кир. Задание 65 нам говорит. Сумма двух натуральных чисел равна 700. Первая из них оканчивается цифрой 7. Если ее зачеркнуть, то получится второе число. Найдите эти числа. Итак, у нас есть сумма двух чисел. Поскольку мы, зачеркнув одну цифру первого числа, получим второе число, то значит первое число у нас трехзначное, а второе число у нас будет двухзначное. Потому что если первое число двузначное, одну цифру зачеркнем, получится однозначное. Сумма двухзначного и однозначного никак не дадут нам число 700. Итак, первое число нам точно известно, что оно оканчивается цифрой 7. Поскольку на конце суммы у нас стоит 0, то значит второе число точно должно заканчиваться на число 3. Потому что если мы к 7 прибавим 3, мы получим 10. 0 пишем, 1 запоминаем. Поскольку, зачеркнув третью цифру первого слагаемого, мы получим второе число, то значит на втором месте у нас стоит 3. Ну и теперь, поскольку у нас сумма с вами трехзначного и двухзначного числа, то значит первое слагаемое у нас должно быть иметь 6 десятков. Ну а раз оно имеет 6 десятков, то 6 сотен, то значит второе число имеет 6 десятков. Вот мы и получили эти числа. 637 и 63. В сумме они дают 700. Первое число заканчивается цифрой 7. И если мы ее зачеркнем, то получится число, равное второму слагаемому. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши группы в соцсетях.